Можете у нас заказывать уникальное оборудование, как этот пресс для шницеля. Мы работаем по всей Европе, можем что-то выкупать, осматривать оборудование в Британии, выкупать с аукционов, осматривать перед покупкой, доставка, логистика, таможня. Все это в наших силах, огромный опыт. Выбери пищевое оборудование, обращайтесь. Уникальное оборудование, пресс для мяса, для отбивных, для шницелей, для производства и в большом объеме, для всяких заготовочных цехов. Вот пробуем, как это работает. Привезли, везем на самом деле для клиента. Везем его с Британии через Нидерланды, потом это перемещается в Германию. И думаю, что через неделю выдадим клиенту. Сейчас покажу вот первый опыт. Купил 800 грамм мяса. Купил специально такое жилистое, чтобы похабно порезал канцелярским ножом. Есть регулировка, кстати, по толщине. Дальше все работает в автомате. И у нас получилась отбивнуха. Просто отменного качества. Вот жилистое мясо, где-то тут сколько, 2 сантиметра. Класс. Эффект просто налицо. Но дальше прижимать, еще попробуем прижать на последней отбивнухе. А, у нас еще две есть. Вау, вообще просто. Вот, для сравнения, было, стало. Да. Короче, машина данная может 800 штук в час сформировать. Попробуйте вот обычным молоточком отбить 800 штук в час.